Всем привет! В это воскресенье отмечается День снежных горок. Посмотрим, позволит ли погода в Волгодонске порезвиться зимой. А подробнее об этом расскажу вам я, Валерия. В пятницу 27 января утром температура воздуха составит минус 6 градусов, а вечером столбики термометров покажут минус 5. Ясно, осадков не ожидается. В субботу 28 января утром температура воздуха составит минус 4 градуса, а вечером будет минус 2. Пасмурно без осадков. В воскресенье 29 января утром температура воздуха составит минус 3 градуса. Вечером будет минус 1. Пасмурно, возможен слабый дождь. Смотрите в зеркало и мечтаете видеть там более стройное отражение? Блокнот поможет. Прямо сейчас отправляйте заявку в обновленный 7-й сезон проекта «Сбросить лишнее». Подробности читайте в тексте. Всем хороших выходных. Будьте в курсе новостей при любой погоде.